Согласитесь, без вкуснейших рыбных блюд кулинарная жизнь уже не та. Это знали во все времена. В 1932 году руководитель нарком СНАБа СССР Анастас Микоян ввел в предприятиях общепита «Рыбный день». Рыба должна была восполнить нехватку белка в рационе советских граждан. Через несколько лет об этом забыли. Вернулся «Рыбный день» только в 1976 году. Тогда в столовых предприятий подавали биточки из минтая, котлеты из мойвы, жареную селедку или скумбрию. Не все блюда были сытными и вкусными. Рабочие в этот день нередко приносили еду из дома, ведь в Советском Союзе ассортимент рыбы был невелик, не то что сейчас. Сегодня доступно все, все камчатские богатства в одном месте. Чавыча, белорыбица, кижу, чнерка, кумжа, зубатка. Самолетом рыбу сразу после вылова доставляют в Пермь. Коптят ее исключительно в кирпичных печах по старинным рецептам на опилках яблони, ольхи и вишни. Чавыча. Самое лучшее для меня чавыча. Какую рыбу берете здесь обычно? Чавычу и белорыбицу, и икру. Что взяли вы? Селедочку. Селедочку? Зайчи щи и скумбрию. А почему именно эту рыбу, как вы будете готовить? А что ее готовить? Она уже готовая. Картошечку сварил, да съел. За что взяли вы? Чавыча. Почему ее именно любите? Ну, она вкусная. Как едим? Режем на день рождения. Ага, день рождения у вас скоро? Да. Когда? 30-го. На любом торжестве камчатская рыба – желанное блюдо на столе. А вообще праздник можно устроить в любой день. Например, покушать икры – это уже повод. В сезоне мы для вас уже привезли шикарную свежайшую икру. Это у нас уже идет нерест, август 2019 года. Как вы видите, икриночка к икриночке, зерно к зерну. Рассыпчатая, не каша, не слякоть, шикарная, красивая, полезная, натуральная, главная, икра. А это маленькая ароматная рыбка иваси. Когда-то она была любимым блюдом советского человека в СССР. Она была на каждом столе. Но в конце 80-х из-за низкой популяции ее промысел запретили почти на 20 лет. Сейчас с численностью все в порядке, поэтому мы вновь можем попробовать легендарную иваси. Не только копченая, но и свежемороженная рыба пользуется большим спросом у горожан. Это вам не магазинская, 100 раз перемороженная. О качестве можно судить по внешнему виду рыбы, а дома уже и по вкусу. Заморозка у нас это шоковая заморозка. Также это улов у нас получается уже август 2019 года. То есть свежайшая рыбка, сразу пойманная, режется на стейки и фасуется вакуум. Поэтому рыбочка у нас всегда свежая, полезная, оставляет все свои полезные свойства и качества вплоть до вашего стола. Запастись камчатскими деликатесами. У вас еще есть время. Рыбная лавка «Рыбак Камчатки» в Березняках завтра последний день. Напомним, она приезжает только во дворец имени Ленина. Успевайте устроить себе вкусный рыбный день. В следующий раз рыбная лавка «Рыбак Камчатки» будет гостить у нас с 14 по 17 октября. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов, новости Верхнекамья. На сколько рублей вырастет мрот в следующем году?